2 февраля 1954 года мы прибыли в Гвинею. Мне не терпится добраться до места своего рождения и открыть первозданный тропический остров. Если что-то осталось от него. Восемнадцатое января 1954 года. Дорогая Каталина. Я разбирала бумаги в офисе и нашла часть письма, присланного, кажется, из Африки. Возможно, тебе лучше спросить у дяди. У дяди Альцгеймер. А папа умер несколько дней тому назад. Я не хочу, чтобы мы упустили что-то важное. Всегда помни меня таким, как сейчас. Я решила поехать в Биока. Духи решили, что пора моим сыновьям узнать об их происхождении. Мой отец Якоба, дедушка Антон и дядя Киллиан работали на этом острове. Вы нас слишком долго мучили! Рано или поздно вы уберетесь отсюда! Теперь здесь небезопасно. Они не позволят нам быть вместе. Будь осторожна в своих поисках. Можешь найти то, что тебе не следует знать. «Пальмы в снегу». В кинотеатрах с 7 апреля.